September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Rixos gay check. Hello. Окей. Все, в Риксосе не надо ничего записывать. Тут говорят, окей, бегу. Уже? Еще? Да, уже. Где? Вот. Вот, хорошо. Здравствуйте. Вот здесь сразу видно, что есть русскоговорящий персонал. Отель, естественно, тоже получил сертификат, уже работает, поэтому этот отель можно смело бронировать. Здесь уже есть туристы. Итак, отель Риксос в Бьючеке работает только для взрослых туристов, и детей младше 13 лет они не принимают. По всей территории, какие изменения произошли в этом году, обрабатывается холодным туманом вся территория, все комнаты, все, вот, все, что можно, максимально стараются давать, например, одноразовые, например, там, вместо стеклянных стаканов, пластиковые стаканы. Невозможно. Они будут не... Гостей 150. А максимально? Максимально 400. А у нас, знаете, была загрузка на прошлой неделе намного выше. У нас загрузка была именно... 300 человек у нас было в пятницу на прошлой неделе, то есть довольно-таки большая. То есть вы можете загружаться на 100%? Да, нас ограничения нет. Наше Министерство и туризма, и здоровья не запрещает загрузку. Единственное, что должно соблюдаться, это социальная дистанция. Если отель может себе позволить соблюдать дистанцию на пляже, да, при полной загрузке, то пожалуйста, то есть нам никто не запрещает. Вы, наверное, тоже знаете, что наш министр туризма владелец большой сети, небольшой, но сети больших отелей. Поэтому, ну, все-таки, я думаю, что... Просто мы уже были в отелях, которые говорят, что они будут загружены не более 60. А это было в начале, то есть в начале... Сегодня были. Да? Да, ну, у него, может быть, у них либо не позволяет, либо у них информация не обновлена. Это было заявлено при сертификации, что будет такая загрузка? Я должен соблюдать или нет? Смотрите, у нас поначалу, когда только началась вот, пандемия, и вот когда начали решать, будут ли отели работать, как они будут работать, сообщалось о том, что будет загрузка не более 60%, 50-60%. Да. То есть мы даже об этом сообщали, и мы проводили... лайв-трансляции, мы тоже об этом говорили, но потом пришло обновление, что это не обязательно, что мы можем заполнять, насколько мы имеем возможность. Да, 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 то есть у нас нет таких ограничений. Все номера расположены в таких вот небольших домиках. Самая низкая категория номера Deluxe Suite, 45 квадратных метров. Мы сейчас с вами ее посмотрим.
заскакивайте. Это какая категория номера говорили? Deluxe. Самая низкая категория нашего номера. Наших номеров, да. Номер Deluxe-Suit. У абсолютно всех категорий наших номеров есть возможность проживать на первом этаже с террасой, либо на втором с френч-балконом, вне зависимости от типа номера. Бар пополняется каждый день. Софт, напитки, пиво. Территория у отеля не очень большая, ну, потому что он такой более спокойный, рассчитанный на лакшери отдых. Здесь нет активной анимации, анимация софт. Здесь нет громкой музыки возле бассейнов. Здесь можно уединиться и реально отдохнуть вот максимально комфортно, спокойно и со всеми условиями, которые только можно себе представить. Отель, если честно, настолько как бы хороший, что особо и рассказывать нечего о нем. При заезде гостям дают ручки в индивидуальных упаковках. На ресепшене есть две коробочки, в которые можно сложить уже использованные карточки, использованные ручки, которые потом проходят дезинфекцию. Бассейн с морской водой и вокруг песочек. Туалет. Футбольное поле здесь есть, волейбольное поле. Велосипеды на прокат. За вот этим холмиком в бухте. И гостей на пляж отвозит катер. Вот отсюда можно его видеть, такой с белым навесом. На катере до пляжа ехать буквально 5 минут. Там же находятся виллы, в которых можно отдыхать вместе с детьми. Ресторан People's работает круглосуточно. За ним находится рыбный ресторан. Сейчас мы туда подойдем. Рыбный ресторан.